Желание любого отца – это чтобы его сыновья не допускали те же ошибки, которые когда-либо по знанию или по незнанию допустил собственный отец. К сожалению, это не так. И мы, сыновья, смотрим не на слова отца, а на дела и жизнь. И так говорит Писание. «Я делаю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего», говорит Иисус Христос. Посему каждый отец должен стремиться исправить собственные ошибки и подняться на лестнице богопознания выше и выше, дабы видимым или невидимым образом Дух Святой мог действовать в жизни сына или сыновей того же человека. У меня два сына. Одного, первенца моего, зовут Левон, то есть лев. Второго зовут Даниил, то есть судья Божий или суд Божий. Да, я хочу и желаю, я молюсь, прошусь, чтобы Бог в их жизни явил себя, чтобы воля Божия исполнилась через них, чтобы они были подобием и примером для доброго, для благого, для духовного. Пусть Бог благословит их. Да поможет Господь мне быть истинным примером для них. Я благодарю Бога Творца, Отца моего, за эти дары, которые Бог дал мне. Они Божия собственность через Христа Иисуса. Да сохранит их Христос Иисус в день спасения для Царства Своего. Аминь.